В офисе, друзья, готовлюсь к презентации. Давайте, друзья, присаживайтесь поудобнее, заваривайте кофе или чай. Я сегодня чай заварил. Поехали. Привет всем. Презентация Elevator Group, друзья. Вместе мы строим будущее. Сегодня 6 февраля 2023 года, друзья. 7:19 утра. Далее. Миссия проекта – дать возможность каждому участнику нашего комьюнити подняться на новый уровень. Мы собрали и объединили в одном месте все самые трендовые направления. Telegram-бот – большой функционал, простое использование, самые новые фишки, все инструменты в одном месте. И действительно, все новые инструменты в Telegram. NFT – ваша страховка, каждый NFT дает дополнительные возможности. Так, NGFT – инструмент заработка, широкий спектр применения, всегда ликвидный. Игры – игры для каждого, ценные призы, play to earn, пассивный доход, доступность, прозрачность, стабильность. Партнерская программа – простой маркетинг, без потерь выплаты, вовлечение в игровой форме, 8 источников дохода. Далее. Elevator Group – это простые и понятные решения. Увлекательные игры, токен проект GFT, NFT проект, пассивный доход, страховка всех участников, партнерская программа, встроенный многофункциональный кошелек, друзья. Далее. Преимущество – работа в долгосрок, 80% средств возвращается в маркетинг, нет потери партнерского вознаграждения, 8 источников дохода, распределение средств через смарт-контракт, низкий порог входа, страховка каждого партнера в вовлечении в игровой форме. Далее. Распределение средств. 36% партнерское вознаграждение на 5 уровней идет. 3% игры в призовой фонд идет. 20% страховое обеспечение NFT идет. 15% идет инвестпул. 2% розыгрыш один раз в месяц 10 призовых мест уходит. 14% идет выплата пассивного дохода по уровням. 10% компания разработка, рекламы и акции. Далее. Источники дохода. От продажи уровней, от продажи GFT, от продажи билетов, выигрыш в разделе игры, замороженный баланс в NFT с возможностью продажи после разморозки. Рост токена тоже дает доход. 5% прибыли с дохода ваших партнеров в разделе инвестпул. Бонусы компании за активное участие в развитии. Далее. Игры. Elevator Game. Тут, друзья, у каждого участника есть возможность играть в любимые игры и выигрывать ценные призы. 3 игры доступны всем желающим, друзья, кто желает играть и зарабатывать играющие. DICE игра, призы GFT токен. Вот. CryptoWell, призы MacBook, AirPods и другие ценные призы. Попозже вместе покрутим барабан. Лотерея. Призы 3x токен. Вчера было лотерейные билеты разыграны. В чате все было видно, друзья. Кто в теме, тот увидел в выигрышах. Далее. NFT Elevator. Для чего NFT токен проекта Elevator? Через NFT компания продумала систему страхования, так как каждый NFT пополняется реальным бонусом USDT. Каждый партнер имеет право вывести NFT на свой личный кошелек. NFT на любого уровня дает возможность сделать свой индивидуальный NFT-аватар. Я свой NFT-шку, вот, друзья, мой NFT-фото. Нулевой уровень купил, активировал и создал себе NFT-фотографию. Единственный, эксклюзивный.
возможность перепродажи NFT. Здесь будет возможность этот NFT-фотографию в аренду сдавать. И таким образом пассивный доход получать. Далее. Описание GFT, название GFT, эмиссия 10 миллионов, блокчейн полигон, стандарт ERC-20. Далее. GFT токен сайл. Этапы раундов. Первый раунд 0.1 цент, второй раунд 0.2 цента, третий раунд 0.3 цента, четвертый раунд 0.4 цента и пятый раунд 0.5 центов будет стоить GFT токен. Заметили, друзья, с каждым раундом, вот, с каждым раундом, GFT токены растут по цене. Далее. GFT токен сайл. Аллокации по уровням. Нулевый уровень до 100 долларов закупиться могут. Первый уровень до 300 долларов закупиться могут. И второй уровень до 600. Третий уровень 1500. Четвертый уровень 2500. И пятый уровень самый жирный 5000 долларов закупиться могут GFT токенами в токен сейле. Почему выгодно GFT токены в токен сейле покупать? Потому что, друзья, когда выйдет на биржу, когда откроют дорогу на биржу, и все этот GFT токен будет по цене 1 доллар. Вот, поэтому здесь с токен сейле лучше покупать, чем на биржах. Далее. Пассивный доход. С 1 по 5 уровня 5% идет от оборота продажи уровней. До 20% арбитраж трейдинг идет. 5% от оборота выигрышей в играх. 68% от инвестпула делится между 3 и 5 уровнями. Нулевой уровень, первый уровень, второй уровень не касается. 20% обеспечения NFT идет, друзья. Далее. Партнерская программа. Партнерская программа от продажи буксов 61%. Нулевой уровень 25%. И выплачивается один первого уровня 15% выплачивается, второй уровень 10%, третий уровень 6%, четвертый уровень 2% и пятый уровень 3%. Важно, выплата с уровня происходит только в том случае, если у вас самих куплен данный уровень. При покупке уровня вашим партнерам, уровня, который не оплачен вами, партнерские вознаграждения замораживаются до момента оплаты данного уровня, друзья. Далее. Партнерская программа. Партнерская программа с продажи токена 3%. Первый уровень 1.5%, второй уровень 1%, третий уровень 0.5%. Выплачивается только если участник купил токен GFT отдельно от боксов. Минимальное количество токенов на балансе 100 GFT. Аллокация зависит от купленного уровня. Далее. Партнерская программа. Выплачивается дохода с дохода ваших партнеров при участии в распределении средств инвестпула. Первый уровень, второй 2%, второй уровень 1%, третий уровень 1%, четвертый уровень 0.5% уже и пятый уровень 0.5% прибыли с дохода ваших партнеров выплачивается. Далее. Партнерская программа. Программа поощрения активных партнеров. Бонусная система начинает работать от первичной активации третьих уровней. Вот этот слайд для активных ребят, друзья. Вот для активных. Кто любит приглашать, кто умеет приглашать, вот этот слайд для них. Внимательно смотрите и слушайте. Покупка третьего уровня. Пригласили за одну неделю 3 партнера. Партнеры должны достигнуть третьего уровня. Доход будет вам 307 долларов, плюс бонус 100 долларов получите. Покупка четвертого уровня. Пригласили за 2 недели 4 партнеров. Ваши партнеры должны достигнуть четвертого уровня. И доход вам будет 830 долларов. И сверху 400 баксов. Доллар. Покупка пятого уровня. Пригласили за 3 недели 5 партнеров. И партнеры должны достигнуть пятого уровня. И доход будет вам 1931 долларов. И сверху бонус 1200 долларов. Видите, какие жирные доходы идут, друзья. Только не лениться надо. Желающим, друзья, приходите и активно приглашайте желающим. Регистрация у участников реализована только через партнерскую ссылку. Ссылку оставлю под видео, друзья. Найдете там. Далее. Roadmap. Это карта, друзья, проекта. Карта говорит о том, что проект пришел
Ни на первый, ни на второй, ни на третий день она дала срок, пришел, друзья. Поэтому я сюда и зашел в этот проект Elevator. Карта говорит, бот работает, игры тоже есть, смарт есть, NFT тоже есть. И будут открываться, но дополнительные игры. Вот. Открытие инвестпула будет, открытие компании будет. Веб-платформа на 3.0 перейдем. Метаверсы будут и NFT игры тоже будут дополнительно. Далее. Стоимость и возможность уровней. Нулевой уровень $20 стоит. Вот у меня нулевой уровень, я за $20 купил, активировал. В рублях это 1200 чем-то рублей. В общем-то. Первый уровень стоит $55. Второй уровень стоит $155. Третий уровень стоит $455. Четвертый уровень $705 стоит. И пятый уровень самый-самый жирненький. $1205 стоит. Да. И заметьте, пассивный доход, вот пассивный доход, начинается с первого уровня. Да. У меня пассивный доход нету. Вот. Если я активирую первый уровень за $55, у меня начнется пассивный доход. 1% от оборота. Далее. Elevator с нами ваше будущее в безопасности. Давайте перейдем к телеграм-каналу. Вот, мы находимся в телеграме моем и Elevator Extend Bot. Вот бот. В общем, друзья, тут информация, с левой стороны разделы NFT буксы, партнеры, так и NFT. Справа кошелек, мини-игры и метаверсии. Давайте нам надо зайти криптовал. Играйте в бесплатные игры и получайте подарки. Вот, призовой фонд $647. Криптовал кликаем. У меня два обращения нулевом уровне. Вот, каждый день два обращения дают. Кликнем, крутить колесо. Давайте, друзья. Кто только зашел на этот, на мой канал, на этот видео, познакомлю. Призы тут наушники AirPods, 1 GFT, 4 GFT, 1 USDT доллар, 2 GFT, 0 это значит 0, 0, 3 GFT и батареи. Давайте узнаем, что я выиграю. Крутим барабан. Ура, друзья, я выиграл 1 GFT. Свой любимый вкусный чай выпью за 1 GFT. Прям вкусно чай. Еще раз давайте покрутим. У меня два раза вращение криптовеллы. Давайте покрутим барабан и посмотрим, что я на этот раз выиграю. Внимательно смотрите, друзья. Все, я ничего не выиграл. Видите, друзья? Вот. 0, 0 попал. Все. Значит, я только выиграл 1 NFT сегодня. И еще, друзья, хочу вам показать наш магазин. Он скоро откроется. Вот, интернет-магазин. Чуть-чуть сейчас ознакомлю. Вот, магазинчик Marketplace. И тут в магазине есть iPhone 13 и MacBook Air M1. Вот. Бейсболки есть. Ключи есть для кейсов. Gold Key, Silver Key, Bronze Key, друзья. Я тут, друзья, коплю на iPhone. И тут, друзья, каким образом можно здесь эти товары купить? В будущем сделают задание тут в элеваторе, вот, задание, и эти задания нам придется выполнять, то есть всем, кто в теме. Вот, эти задания выполняем и зарабатываем GFT токены, вот эти GFT токены, и собираем GFT токены, и на эти GFT токены собранные купить сможем
iPhone, MacBook, NFT-шку, бейсболку и ключи наши. Это понятно, друзья? Я уж собирать буду этих заданий, я собирать буду на телефон и на MacBook. Потому что у меня сейчас MacBook постарел, не совсем быстро тянет. Вот. Работает, но чуть-чуть помедленнее работает. Поэтому и на бейсболку тоже. Вот бейсболку тоже охота купить ему. На будущую аватарку, на будущую там кролик будет или человечек будет, не знаю, нефтишку. Для него NFT-хат написано вот. Вот такие новости, друзья. В будущем откроет задание, и на этих заданиях зарабатывать будем GFT-токены. И эти GFT-токены мы можем вот тут, в магазине, купить товары. Вот и все, друзья. Всем спасибо за комментарии хорошие. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Всем пока, всем доброго.